ей удается запечатлеть мгновение. Выставка талантливого фотографа Татьяны Рыловой открылась в библиотеке имени Грина. Яркие образы автор находит в самой обычной повседневной жизни. В этом убедилась и наш корреспондент Екатерина Зубарева. Между этими фотографиями промежуток в 100 лет. Сверху вятка времен 19 века, ниже современный город. Идея создать такой проект появилась у Тамары Рыловой, фотографа со стажем, еще 15 лет назад. Тогда в краеведческом музее она нашла открытки старинной вятки и удивилась, насколько сильно изменился ее родной город. Берег выглядит сейчас совсем по-другому. Уже и кусты-то вырубили, то есть там сейчас уже нет, уже желтенького места было. Наоборот, появилась колокольня на Спасском соборе, с которой можно стало снять вот этот вид. Вот, то есть все меняется. Во втором зале совсем другие образы. Это тот же город, но уже состоящий из фрагментов, наблюдений, мельчайших деталей, которые фотохудожник не просто заметила, но и запечатлела. Снежный лес, ветка вербы и цветущая черемуха. Здесь все то, что так дорого сердцу фотографа. Тамара не перестает восхищаться природой и старается разглядеть прекрасное в, казалось бы, совсем обыденных вещах. Мы иногда не видим это чудо, а вот фотограф, он имеет такой талант. Вот увидеть и своим прицелом предупредить нас. Вы проходите мимо настоящего чуда, настоящего счастья. Увидеть природу и город глазами фотохудожника Тамары Рыловой могут все желающие. Выставка продлится до 9 мая. Екатерина Зубарева, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.